Всем привет! В данном видео вы увидите, как и чем запиливать углы. И это четвертая, заключительная часть. Первая, вторая и третья часть этой презентации вы можете посмотреть на моем канале. Ссылка в описании видео. Приятного просмотра! Она больше не убирает, она убирает только что личное. С таким хвостом не здесь запиленный под 45. Здесь. Если что там царапан, берешь полирующий, все. А если там я был угол сейчас, я ударил, там уже скол. А под 45 уже этого не будет. И здесь будешь работать сколите. Одна плитка, не два. Сейчас будем делать 45 градусов, и я буду ударить намного сильно здесь и куда там. А что я такой вот, смотри, ты постучал вот даже на глазурь. А. Вот глазурь уже. Смотрите внимание, пожалуйста, когда я работаю, здесь сзади скрип. Он трогает. Нехорошо. А что он трогает? Вот, трогает плитку, не должен трогать. Вы смотрите, он сзади чуть-чуть искрит. А, вот, смотри, если он сзади трогает, если он сзади трогает, скол будет. И здесь, и здесь, и скол будет. Он чуть-чуть трогает, но он не должен трогать. Ну, смотри. Правильно настроен, правильно? Сейчас я буду зелу вот это. В принципе, четко. Болгарка мало оборудована, на это диск надо чуть-чуть больше, на это мало оборудовано, я думаю, нет? Сказка. У нее 1300 обороты такие же, как у ДУ. Так, я чувствую, что он мало. 1300 ватт, можно поставить полторашку.